В США выйдет книга, посвященная миссии по уничтожению американским спецназом Усамы Бен Ладена. В ней частично опровергаются официальные сообщения о том, что именно произошло 2 мая в пакистанском городе Абботабаде. Книга написана на основе бесед с участниками той миссии, которые провел Чак Фаррер, бывший командир подразделения спецназначения «Морские котики». Рассказ о своей книге Фаррер начал с критики президента Обамы. Он считает, что тот вовсе не руководил всей операцией, а напротив предпочел сначала поиграть в гольф. Чтобы в случае, если что-то пойдет не так, заявить, что ничего не знал. Фаррер отвергает сообщения американских СМИ о том, что целью миссии было уничтожение Бен Ладена. Автор книги настаивает, если бы глава Аль-Каиды сдался, его обязательно захватили бы живым. По словам Фаррера, его бывших коллег обидели слухи о том, что в доме Бен Ладена произошла перестрелка и что сам главный террорист был убит безоружным. «Морские котики» утверждают, что за время всей миссии было сделано не более 12 выстрелов, причем штурм убежища Усамы Бен Ладена занял около полутора минут. Затем спецназ ворвался в спальню Бен Ладена, тот направил на морпехов автомат и был застрелен.